вашей школы. Верим, что вам будет интересно. И приобретение, самое главное. И, разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн, либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась. Уверен, так и будет. Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение. А после отмены положения военного нужно сразу проводить президентские выборы. А действующие власти явно к этому не готовы. Шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий. Поэтому они учинили вот эту провокацию в Курской области. А до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области. И расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен? Да, конечно. И прежде всего это касается наших людей. Люди проходят через тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главная задача, которую противник ставил перед собой, остановить наше наступление в Донбассе, они не достигли. Вот. Теперь речь идет не о том, чтобы двигаться там по 200, по 300 метров вперед. Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территорию не по 200-300 метров, а квадратными километрами. Уверен, что и эта провокация провалится. Ну и возникнет после этого, мне кажется, возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации.
стреляет. Поворачивайте нахрен. Ясно. Боеприпасы, говорят. Вот. Куда? Ну, давай, давай.